На сегодняшний день с поставками мяса у нас вообще проблем нету. Как были поставки, так они и есть. Цены именно на социально значимые виды мяса, они у нас как рекомендованы от Акимата. Они у нас такие есть. Это ребра на кости 1500 тенге. Это вот виды, которые заходят именно в социально значимые. Спрос есть, потому что сейчас, я так понимаю, рынки закрылись. И, конечно, немного чуть больше стало продажи по мясу.